песню еще одних современных авторов. И что самое удивительное, я только сейчас вспомнил, что музыку написал человек по национальности венгр. А мы находимся как раз в венгерском культурном центре. Вот такое странное совпадение, только сейчас об этом подумал. Потому что стихи написаны были в далеком 86-м году. И человек, которого тоже вы визуально хорошо знаете, он вроде как к музыке и к поэзии не имеет никакого отношения, он по профессии стоматолог. Но вот так получилось, что он как-то чувствовал в себе эту тягу к написанию стихов. И вот когда только-только забрежила перестройка, он почему-то такие проникновенные стихи написал. И песня получилась, но когда я услышал ее несколько лет назад, мне не хватало второго куплета, то есть там повторялся текст. Я ему позвонил, говорю: Геннадий Львович, может быть, попробуйте написать продолжение песни. Он говорит: да ну, понимаете, это было давно, я там почувствовал такой прилив вот этих эмоций, мне хотелось это выразить, что вот такая смесь поколений прерывается, к сожалению. И вдруг он мне позвонил через несколько месяцев после этого разговора из-за границы и продиктовал второй куплет. Меня как-то это все очень порадовало. И вот та песня, которая уже в моем репертуаре называется, она «За Русь помолюсь», она тоже существует теперь в таком варианте. «За Русь помолюсь». Тем крепче дерево стоит. Я не могу смотреть без слез, как разрушается гранит. Чем глубже корни у людей, тем монолитнее народ. История страны моей, твердыни нынешней оплот. Вернем, что взяли в суете, вернем названия города, вернем названия в Москве всем историческим местам. Не надо лозунгов искать, здесь наши предки пали ниц. Какое счастье жизнь отдать за тихий сон родных гробниц. Уйду и голову вновь склоня, я за Русь помолюсь. Прости отвергнутых и меня, укажи нам свой путь. Дворцы, имения и монастыри. За что расстреляны отцы, герои и богатыри? Я каждый храм хочу воспеть, воздвигнуть из небытия. По-русски жить, по-русски петь, как встать должна страна моя. Уйду и голову вновь склоня, я за Русь помолюсь. Прости отвергнутых и меня, укажи на свой путь. Уйду и голову вновь склоня, я за Русь помолюсь. Прости отвергнутых и меня, укажи на свой путь, укажи на свой путь. Спасибо большое. Несколько слов, потому что когда вот люди удостаиваются такого счастья быть на таких концертах, то я всегда
И причем почему-то когда я всегда хочу сказать, у России есть своя корона. Она не расстреляна, она не уничтожена, не распята. Она есть. И эта корона состоит в основном из бриллиантов. Вот один из них сегодня здесь. И сегодня мы, как говорится, мечем даже не жемчуг, а бриллианты. И я горжусь, что я имею честь быть русской. И мне очень жаль тех, которые где-то там живут, в каких-то других странах, и они не услышат то, что сегодня услышите вы. Поэтому вы сегодня уйдете очень богатые. Вы уйдете с бриллиантами россыпи талантов нашей России.